мне вообще мне сегодня такое прям первый раз такой, что мне сегодня спать вообще не хочет. Не хотелось. Я думаю, что вот уже я примерно где-то около 3 недель у меня. Сейчас около 3 недель у меня это самое. Мне постоянно кемарило меня. Вот. Я решила сегодня встать в 8:45. Вот. И потом я стала. Ой, сейчас скажу. Это как называется. Ну, то есть. Вот. Мне сегодня хорошее настроение, еще мне спать не хочется. Вот, потому что погода хорошая. Вы знаете, вот когда зима на улице, погода, не знаю, как летом будет, но мне кажется, летом будет погода плохая. Ну, она будет хорошая, но я вообще здорово терпеть не могу. Я пока не знаю, что это будет, конечно, но может быть какой-то полотно будет, может быть какой-нибудь такой, знаете, шар будет, может быть еще что-то, посмотрю. Вот. Я уже столько, уже шапку вязала, вырвала все. Не принципе, в принципе, пряжа хорошая. Пряжа взяла и кикорка называется. Пряжа. Не, ну с песнями тоже хорошо вязать. Вот. Но на первом месте выигрывает крючок. На первом месте. У меня потому что крючком можно вязать всякие изделия. Шапку можно связать, например. Ну, потом всякие крючки, ну, круги там, ну, это круги, это ладно, это или потом. Объясняется, круги вязать. Вот. Ну, то есть разные можно связать. Вот. Можно этот самый. Вот. Вот. Здесь, кстати, очень легко вяжется. Нет, вот так вот, видите, не будет у меня. Вот так. Ну все, вот я вам показала. Все, до свидания, всем пока. До свидания.